Здравствуйте и приветствую вас на пятой уже серии разговоров о трейдинге. И заметьте, мы находимся уже не в Чикаго, к сожалению или к счастью, нам пришлось переместиться в штат Невада, недалеко от Лас-Вегаса, и мы сейчас туда направляемся. Для того, чтобы поторговать несистемно, однорукого бандита и, может быть, заработать пару десятков долларов. Но суть не об этом. Сегодняшняя наша серия необычная, решил ее сделать в манере Лас-Вегаса. И темой нашей сегодняшней встречи является, как заработать 1 миллион рублей с помощью трейдинга. И я перечислю 5 основных способов, как это можно сделать. И вся сегодняшняя серия будет сниматься из этого замечательного автомобиля. Это Lincoln Navigator, который нам поможет доехать до Лас-Вегаса и заодно снять эту серию. Поэтому перемещайтесь со мной в этот автомобиль и давайте поболтаем о трейдинге. Итак, у нас наша тема, как заработать 1 миллион рублей с помощью трейдинга. Перед тем, как я начну, скажу такие вещи, что 1 миллион, понятно, не с 1 рубля заработать. Суммы будут везде разные, в разных способах, которые мы будем использовать. Способов у нас будет 5, повторюсь. Ну, давайте начнем, наверное, с первого способа. Итак, способ номер один, способ самый первый, это заработать деньги с помощью опционов. То есть нужно, у нас есть 100 тысяч рублей, нужно сделать из них 1 миллион рублей. Давайте скажем так, все способы, которые будут сегодня рассказываться, это способ сделать 1 миллион рублей за один год при наличии капитала где-то 100-200 тысяч рублей со средним опытом и со средними, скажем так, знаниями, да, то есть без учета того, что вы такой супергений. Безусловно, заработать 1 миллион рублей с помощью своих знаний, если у вас есть большой опыт, большие знания, это гораздо проще. Ну и очень сложно или практически невозможно заработать тот же миллион рублей, если у вас нет знаний и опыта тем более. А с помощью опционов можно сделать, можно удваиваться, утраиваться достаточно оперативно, но нужно знать, где и как это сделать. Ну, допустим, у нас есть 100 тысяч рублей, нам нужно миллион за год сделать. Как это можно сделать? Допустим, если вы покупаете просто опционный кол, допустим, на индекс РТС, если индекс РТС, к примеру, 80 тысяч пунктов сейчас, вы покупаете опцион со страйком прямо на деньгах, прямо 80 тысяч пунктов со страйком, там, за 2000 пунктов, к примеру, и там за течение месяца индекс РТС реально уходит, допустим, с 80 до 100 тысяч, да, делает там 25% движения. В этом случае ваш опцион удесятеряется, то есть с 2000 он превращается, деньги входят и становится, в конце экспирации будет стоить не 2000, а 20 тысяч. То есть, если вы инвестировали, допустим, с этих 100 тысяч рублей, которые изначально было, только 30 тысяч в стратегию инвестировали, то есть мы не все деньги, да, естественно, вложили в это, а всего лишь взяли 30 тысяч, то они удесятерились, и у нас получился с 30 тысяч стало 300 тысяч. Потом можно сделать стратегию, где, допустим, купить путы, да, если индекс РТС 100, купить сотые путы, и индекс РТС упадет с 90, ой, со 100 до 90, ваши путы, допустим, они стоили 2000 или 3000, к примеру, они утраиваются, и вы делаете с 300 тысяч, если вы, правда, все вложили, делаете миллион. На самом деле, операция должна быть проходить в течение этого года, ну, что-то, наверное, 10-15, где вы окажетесь правы. В этом случае вы можете раскачать свой счет, 100 или 200 тысяч рублей, до миллиона, ну, в течение года, достаточно оперативно. Можно и быстрее это сделать, если вам будет сопутствовать удача. Поэтому опционы один из, наверное, самых быстрых путей достижения вот этого миллиона, я вам скажу. Что еще? Второй способ. Значит, первый опцион и второй способ. Это заработать те же самые миллион со 100 тысяч рублей с помощью фундаментального анализа. Да, именно с фундаментального анализа. К сожалению, очень многие трейдеры не обращают на это внимания. То есть они считают, что фундаментальный анализ создан для того, чтобы зарабатывать 10-20% годовых. Это далеко не так. Если вы очень хороший фундаменталист, если вы очень неплохо разбираетесь в этой тематике, то вы можете
достаточно неплохо вкладывать деньги, зарабатывать сотни процентов. Ну, посмотрите, допустим, откройте вот прямо сейчас акции Аэрофлота. Посмотрите, как они выросли. Они выросли, по-моему, там, в 3 раза за последние полгода. 300%. Посмотрите акции Яндекса. Они вымахали с, по-моему, 750 было или 800 рублей за одну акцию. И вот буквально недавно они были 1300 с чем-то, 1350, по-моему. То есть они, по сути, 70% сделали, они это сделали там, за 2-3 месяца. Посмотрите акции Магнитогорского металлургического комбината. Они выросли в 3 раза за последние, правда, 2 года, да, но тем не менее. Я уж молчу про там Магнит, молчу про акции Новатек и так далее и тому подобное. То есть очень много акций растут в цене, да, ну, там посмотрите РБК, посмотрите другие, их огромное количество акций, которые за короткий срок вымахивают в 2-3 раза. Соответственно, что вам необходимо? Вам необходимо просто предугадать правильные фундаментальные основы для бумаги и вкладывать в нее деньги. Вот у вас есть, допустим, 200 тысяч рублей, вы вложили 100 тысяч в Яндекс, допустим, там, вложили 50 тысяч в ММК, 50 тысяч в Аэрофлот, и проходит 3 месяца, 4 месяца, у вас там удвоился счет, да, с 300 тысяч, там, с 200 тысяч уже стало 400 и так далее. Безусловно, скорее всего, это не займет 1 год, да, то есть это может занять чуть больше времени, но фундаментальный анализ один из хороших способов относительно быстро заработать деньги, относительно быстро. И, безусловно, здесь фактор удачи тоже немаловажную роль играет. И второй способ – это фундаментальный анализ и покупка очень хороших перспективных бумаг. Но если мы берем российские акции, если мы берем американские акции, это, посмотрите, акции Tesla за последние годы, да, то есть посмотрите Apple и так далее и тому подобное. То есть очень много акций, которые вымахали. Но были акции, которые упали. Допустим, посмотрите акции Twitter, которые с 41 доллара упали там в районе 12 долларов. И такое тоже случается, поэтому здесь нету единого правильного решения, в какую акцию вложить, чтобы утроиться, и какую акцию вложить, чтобы не потерять 70% или 80% капитала. Значит, способ второй достаточно сложный, требует очень хорошего понимания фундаментального анализа и везения, потому что везение немаловажную роль здесь играет. Следующий, третий способ. Третий способ – это с помощью торговых роботов. Торговых роботов, притом не обязательно, чтобы они были сложные, то есть какие-то там, не знаю, квантовые механизмы, квантовые сервера стоялись. Нет, достаточно просто, опять же, чтобы под ваши роботы был хороший рынок. Ну, к примеру, конец 2014 года, конец 2015 года – это период, когда на рынке были хорошие тренды. И даже самый простой робот, который работает на скользящих средних, работает на индикаторах параболик, то есть трендовых системах всех, они в 2014 году принесли с четвертым плечом около, с пятым плечом, с четвертым, простите, где-то 4-5, от 4 до 5 плечо, то есть у всех, у меня несколько было роботов, от 4 до 5, принесли порядка 400%, 400% сделали в 2014 году, и где-то, если мы берем чисто включать их в момент, в периоды начала трендов, это тоже непросто, это должно быть тоже период везения, то они сделали там около 100-150. Но 2014 год был самый шикарный для них, поэтому вот вы там свой капитал в 200 тысяч рублей, у кого 400 был процентов, у кого 500, вы сделали из него миллион. То есть роботы, работающие, желательно в этом случае сделать роботов, которые работают как на трендах, так и на контртрендах. И с разными возможностями, то есть, которые могут и совмещать и тренды, и контртренды, какие-то новые системы, там работы от уровней, еще. И какой-то период попадется так, что именно вот сейчас благоприятные условия для вот вашей стратегии. Она может просто сделать 3-4 раза, как говорят в трейдинге, 3-4 конца сделать. Вот, то есть это третий способ, это выстраивание роботов. И если все хорошо, вот в этот период они могут сделать очень неплохие проценты. Четвертый способ. Четвертый способ сделать миллион – это с помощью активной торговли внутри дня руками. Что это значит? Что это за стратегии? Это стратегии скальпинга, это стратегии дейтрейдинга. Они позволяют действительно раскачивать депозиты достаточно оперативно. То есть, к примеру,
У меня было уже несколько примеров собственного рассказчика, когда с 30 тысяч рублей было сделано несколько миллионов рублей. Просто реально с 30 до там, миллиона, с 30 до там, 2 миллионов и так далее. Соответственно, сейчас, вот, если вы видите видео, есть по дейтрейдингу курс, где я показываю, как делается там 100-200 тысяч рублей в день, при этом депозит миллион рублей. То есть с депозита миллион-полтора миллиона может делаться в течение месяца миллион. Но так просто, естественно, это сделать невозможно. Нужна практика хорошая, хорошие навыки внутридневной торговли. Но теоретически и практически это возможно. Вот, то есть если у вас есть счет там 100 тысяч, 200 тысяч, то если у вас есть талант, это очень немаловажно в трейдинге иметь талант, и у вас есть необходимые знания для этого, то со 100 тысяч дойти до миллиона, оно не составляет какого-то большого труда, потому что делать, скажем так, те же 100 тысяч рублей на капитал в 100 тысяч рублей вполне реально каждый месяц. Поэтому четвертый способ – это активная торговля, это скальпинг и это дейтрейдинг. Четвертый способ – сделать миллион со 100 тысяч рублей. И пятый способ, наверное, самый простой, самый легкий. Ну, безусловно, как говорю, легкий, все относительно, да. Если придет совсем новичок, зеленый, без базовых знаний о трейдинге, он этого не сделает. Но если у вас хотя бы есть, не знаю, там полгода-год опыта, у вас есть базовые знания о финансах, о рынке, то есть знания, что такое акции, что такое облигация, что такое финансовые рынки, как здесь делаются и зарабатываются деньги, базовые, опять же, знания, то пятый способ самый простой и практически гарантированно делает вам миллион рублей. Готовы его услышать? Знаете, как в передачах. А теперь реклама. Узнайте этот способ после рекламы. Итак, пятый способ, самый простой и самый надежный способ сделать миллион рублей – это иметь от 5 до 8 миллионов рублей на счету и вложить в облигации высокодоходные и вложить в акции, которые приносят дивиденды. Все достаточно прозаично и просто. У нас в России есть ряд акций, которые приносят дивиденды, притом дивиденды, да, больше 10%, 12, 15, 18. И даже вот по МТСу буквально на днях я прочел новость о том, что они выплачивают. На момент, когда они это сказали, цена акции была, по-моему, 500 или 600 рублей. Так вот, она, при цене акции в 600 рублей они выплачивали дивидендов, что ли, на 200-250 рублей. То есть доходность там порядка 40 годовых. Вот, то есть МГТС выплачивал 40% годовых. Если брать более такие предсказуемые бумаги, да, ну, Сургутнефтегаз. В прошлом году они выплачивали 20%. В этом вроде как аналитики предсказывают, что будет 15-17%. Допустим, буквально недавно мне ЛСР выплатил 14% доходности. То есть мы можем набрать определенное количество высокодоходных и надежных при этом бумаг, без всякого трэша, да, такого какой-нибудь GLT, который там у нас летал туда-сюда. То есть бумаги более-менее нормальные, адекватные, которые завтра не разорятся, у которых есть стабильный денежный поток, который стабильно платит дивиденды. И второе – это корпоративные бонды с доходностью. Они могут быть доходности 15, 18, 20. А сейчас банк «Русский стандарт» выплачивает доходность по бондам порядка 25%. Вот. Но банк «Русский стандарт», понятно, он там еле-еле дышит, сейчас там передвигается. Дай бог выживет, не дай бог помашет нам ручкой. Это как бы из области совсем высокодоходных, таких трэшевых бумаг, там 25% доходность по погашению. Есть гораздо более надежные бумаги, там, где есть 15-16% годовых. Даже муниципальные бонды там дают сейчас 13%, по-моему, годовых. Вот основной посыл, как сделать миллион рублей 5 способами на рынке. Я их все озвучил. Безусловно, мы не уходим в детали, потому что по каждому, скорее всего, этому виду я уже отснял видео, даже уже не помню. Скорее всего, они есть. Посмотрите их там. Что ж, на сегодня наше видео заканчивается. С вами был Дмитрий Черемушкин из пустыни, по-моему, пустыни Махава. И увидимся в следующем видео. Следующее видео запишу тоже из этой пустыни, уже буквально, я думаю, через часик. Счастливо и до новых встреч. Пока.